вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Как я уже говорил, мы вернулись с Кавказа, посетили три страны Закавказья. И ближайшие наши ролики посвящены блюдам кухни народов Кавказа. Ну вот, собственно говоря, сегодня мы приготовим простое и в то же время сложное блюдо – люля-кебаб. Люля-кебаб не просто приготовим, а покажем, как его правильно приготовить, как сделать, чтобы он не сваливался, как сделать, чтобы он был вкусный, и покажем некоторые отличия. То есть мы будем сегодня готовить два вида люля-кебаба. Правильный люля-кебаб с курдючным жиром и люля-кебаб, ну как бы очень многие не акцентируют внимание повара, люди, которые пишут рецепты, что все-таки правильный люля-кебаб должен быть с курдючным жиром. Почему? Потому что курдючный жир, он тугоплавкий, температура его плавления 37 градусов. Не зря говорят, что на Востоке блюда, которые приготовлены с курдючным жиром, их нельзя запивать холодными напитками, их надо запивать горячим чаем, потому что он просто застывает в желудке. И как бы второй вариант мы приготовим с обычным свиным жиром. Ну и, собственно говоря, покажем различия. Ну вот один из секретов люля-кебаба – это правильный жир, курдючный жир. Это жир, который растет в задней части, в курдюке курдючного барана. Это особая порода баранов, которую выращивают в основном на Кавказе. У нас в Украине тоже можно купить курдючный жир. Практически на каждом рынке есть магазины халяль, в которых продается хорошая говядина, хорошая баранина. И в них же можно купить курдючный жир. Второй основной секрет правильного люля-кебаба – это подготовка фарша. А именно, его надо хорошо вымесить. Мы вам покажем, как это сделать. И, собственно говоря, мясо. Ну, несколько слов о самом люля-кебабе. Зарезали барана, выбирают мясо там, для шурпы, для шашлыка. Остаются обрезки. И вот из этих обрезков всегда исторически и готовился люля-кебаб. То есть люля-кебаб готовился из бишкемека, из остатков обрезков сала с мясом. Но мы используем хорошую говядину, то есть мы купили такую вот отборную говядину, и, собственно говоря, с говядиной и будем делать. Я очень люблю и бараний люля-кебаб, но сегодня не было хорошего барана, то есть предлагали купить ногу целиком, нам нога целиком не нужна была, нам нужен был килограмм всего лишь мяса. Поэтому купили хорошую говядину. О пропорциях и о продуктах. На килограмм мяса нам понадобится 300 грамм жира. Так как мы готовим два люля-кебаба и будем их готовить отдельно, я взял 150 грамм курдюка и 150 грамм свиного жира. Также нам понадобится пучочек кинзы, 2 или 3 луковицы. Вот такой вот красный перец по желанию ложится в люля-кебаб. То есть, кто любит острый, можно ложить. Он не обязателен. Обязательно соль и молотая кинза. Обожаю эту специю, эту травку. Молотая кинза тоже не обязательно. Если вы не любите запах кинзы, в принципе, люля-кебаб готовится, ну, классический люля-кебаб. Это мясо, лук и жир. Все, точка. Ну, собственно говоря, мы добавляем специи. Я там для себя с годами выработал рецепт, который мне больше всего нравится. Итак, как я уже говорил, самое главное для нас – это приготовить фарш. И приготовить, и подготовить его правильно. Мы будем готовить, сейчас я перемолю мясо на мясорубке, потом отдельно разделю его на две порции, отдельно половину мяса буду делать с курдюком, отдельно половину буду делать со свиным жиром. И посмотрим, друзья, что из этого получится. Итак, подготовим мясо к приготовлению фаршика. Отборная говядинка. Риса ее обрезала. Чтобы не было никакого жира лишнего. Очень многие говорят, что чтобы правильно получился люля-кебаб, нужно мясо рубить. Ну, в принципе, рубить это хорошо. Ну, поверьте, друзья, сколько я езжу по Кавказу, сколько я езжу по Средней Азии, нигде не видел, чтобы стояли люди с молотками и рубили. Я видел такое, что стоит закусочная, висит туша, стоит чувак, прямо туши мясо отрезает в мясорубку и сразу же на шампур. Вот такое вот видел.
Нам понадобится мясорубка с размером, ну, решетка где-то 5 мм, то есть не сильно крупная. Итак, перемолим наше мясо. Еще, конечно, важно, чтобы ножи у мясорубки были острые, чтобы она не давила мясо, а именно резала, рубила. То есть выполняла свою основную функцию. Мясо подготовлено, и приступим к салу. В первую очередь перекрутим свиное сало. Это у нас будет первая, так сказать, опытная порция. Дождусь, пока вылезет весь свиной жир. Ну, будем считать, что хватит. И перекрутим курдюк. Курдючный жир. Жир курдючного баранчика. Вообще обожаю курдючный жир, очень люблю с ним готовить. Готовлю с ним и плов, и шурпу. Еще много разных вкусных блюд. Друзья, теперь мы будем подготавливать фарш. Значит, есть несколько вариантов. Сейчас мы их покажем. Первый вариант – это отбить фарш вручную. Отбить фарш вручную, как бы, сейчас Лариса покажет одну порцию, мы начнем отбивать вручную, а потом, как бы, будем делать его машинным способом. Мы используем тестомесильную машину, но можно использовать обычный миксер. На миксере ручном есть такие штучки для мешания теста, как бы, как два винта таких. Вот можно использовать и такой миксер. Мы, правда, спалили свой, поэтому теперь используем тестомесильную машину. Мы подготовили лучок, мелко порезали его. Задача, лук нельзя перекручивать, потому что он моментально пустит сок и фарш поплывет. Мы именно его порезали очень меленько, размером где-то 3-4 мм. Мелко накрошили кинзу, друзья, и приготовим наши две контрольные порции фарша для двух видов люля-кебаба. Загружаем все это в нашу тестомесилку. И первый какой фарш? Вот это вот свиной. Давай первый свиной. Туда же в тестомесильную машину кладем специи, пол-ложечки кинзы. Ну, так как у нас полкилограмма, если на килограмм ложечка. Пол-ложечки соли. Не будет мало? Лучше потом добавим, попробуем. Хорошо. Так. И ложечку красного перца. Хватит ложечку. Положи еще пол ложечки. Или ложечку. Мы остренькое все любим. Но на самом деле перец достаточно острый. И приступим к вымешиванию. Закрываем тестомесилку.
И включаем. Операции вымешивания состоит в том, что нарушаются белковые связи в мясе, и оно перестает быть рассыпчатым, а становится липкое. Еще это вымешивание в кулинарии называется вымешиванием до белых волокон. Где-то 2-2,5 минуты, и все готово. Сейчас покажем вам, друзья, что получилось. Видите, фарш, но он как бы не превратился в тесто, нельзя сказать. Но вот, я не знаю, как это точно этот процесс, но он уже очень-очень липкий. Видите, он такой уже, как, ну, практически как однородная масса. И вот это вот как раз и есть, вот это вот вымешивание до белых волокон, вымешивание фарша, это и есть залог того, чтобы люля-кебаб хорошо держался на шампуре, чтобы он не падал. Ну, сейчас Лариса покажет, достанем этот фарш, и потом сейчас замесим в первую очередь фарш из курдюка с курдючным жиром, вторую нашу контрольную порцию, доставая этот. Выкладываем первую контрольную порцию фарша в емкость. Очень классный, очень липкий фарш получается. И приготовим, прежде чем Лариса покажет, как. Может, вначале покажешь, как его выбивать, а потом уже сказали, что вот покажем. Берем вот так вот полностью весь фаршик и с силой бросаем обратно его в тарелочку. И так повторяем раз 10-15. Но это если он вымешан. Этот процесс, это для того, чтобы выпустить, убрать воздух из фарша. А если вымешивать его вручную, то так его надо отбивать примерно в течение 20 минут. Получим такой же эффект, как вот в тестомесильной машине или обычным миксером. И загружаем, главное не перепутать, это первая порция фарша у нас со свининой, вторая, ну, со свиным жиром, вторая будет с курдючным жиром. После этого нам фарш надо охладить, поэтому мы его ставим в холодильник где-то на час. Он должен отдохнуть, потому что он нагрелся, должен отдохнуть и должен охладиться. Накрываем этот фаршик пищевой пленочкой. Отправляем его в холодильничек и начинаем готовить вторую порцию. Процесс точно такой же. Загружаем фарш в тестомесилку и в течение 3 минут его вымешиваем. Второй фарш вымесили точно так же. Это у нас фаршик с бараниной. Ну, с бараньим, с курдючным жиром. И точно так же его отобьем теперь. Видите, друзья, какой он липкий. Он реально уже, ну вот, он липнет как пластилин. Вот это и есть залог того, чтобы люля-кебаб не свалился. Ну, собственно говоря, этот фаршик точно так же отбиваем. И ставим на полчаса в холодильник, чтобы он отдохнул и охладился.
Отбиваем мы для того, чтобы выбить воздух из фарша, как я уже говорил, чтобы в нем не осталось воздуха. В это время я буду готовить угли, Лариса будет готовить салат. Ну и, собственно говоря, пожарим. Я покажу процесс жарки люля-кебаба и продегустируем его. Фаршик охладился, мы приготовили холодную воду для того, чтобы смачивать руки. И покажем, как нанизать люля-кебаб. Люля-кебаб со свиным салом и с бараньим куртюгом надо нанизывать немножко по-разному. Начнем с баранины. Смачиваем руки холодной водой для того, чтобы фарш не лип к рукам. Формируем нужную по размеру котлетку. Шампура, друзья, для люля-кебабов лучше использовать широкие, вот такие вот, как у нас. В классике их используют еще шире, ну вот в кавказских странах, там где в кавказских, восточных, в азиатских странах, там где делают люля-кебабы, шампура используют еще шире. Хотя в Иране вообще делают на проволочках просто. Я был поражен. Идеально после того, как сформирован люля-кебаб, его еще немножко охладить. Но мы охлаждать не будем, потому что уже темнеет, особо времени нету. Вот таким вот образом формируем котлетку и равномерно распределяем ее на равномерную колбасу, такую, на шампуре. Такими движениями как бы разминаем мясо. Очень важно, чтобы у нас внутри не было воздуха, поэтому мясо не обворачиваем вокруг шампура, а именно формируем такую большую котлетку порционную и потом разминаем мясо по шампуру. Следим за тем, чтобы с обоих сторон шампура был примерно одинаковый слой мяса. Со свиным салом люля-кебаб ведет себя немножко по-другому. Если вы сделаете такую цельную колбасу, то его разорвет на части и, возможно, он упадет. Поэтому со свиным салом, когда мы готовим люля-кебаб, его надо делить на несколько частей. Сейчас Лариса покажет, как. Тогда положительный результат, ну, более ожидаем, скажем так. Вот он, и как видите, и сам фарш ведет себя совершенно по-другому. Боюсь я за эти люля-кебабы. Вот со свиным салом люля-кебаб получается 50 на 50. Может получиться, а может не получиться, как в анекдоте. Какие у вас шансы встретить динозавра на улице? 50 на 50. А почему так? Могу встретить, могу не встретить. Вот таким вот образом формируем две колбаски. Допустим, мы были в Азербайджане, они делают свиной кебаб, но, по-моему, все-таки с курдючным жиром. Мангальщик берет цельный люля-кебаб, буквально 5 секунд его обжаривает и потом ножом разделяет на несколько котлеток. Но он такой опытный чувак, я боюсь, что у меня такого не получится, поэтому попросил Ларису, чтобы она сразу же сформировала мне несколько котлеток. Вот так вот лепим наш люля-кебаб, друзья. Я пошел заниматься мангалом, а Лариса его долепит. Наш мангал готов. Я подготовил угля, друзья, и скажу несколько слов об этом. Не спешите ставить на только что прогоревшие угли люля-кебаб. Подождите, пока они покроются белой золой. Вот таким вот образом.
Наша задача как можно быстрее обжарить люля-кебаб снаружи. То есть, чтобы у него образовалась, так сказать, корочка. Ставим люля-кебаб на мангал. Поэтому мангал должен быть низкий. Вот такое вот, как у меня, расстояние от углей до люля-кебаба должно быть максимум, ну, сантиметров 5-7, не больше. Иначе вы не добьетесь желаемого результата. Можно немножко раздуть их. И получить засыпанный объектив в камере. Ну, засыпанный пеплом, имею в виду. Ждем, пока люля-кебаб прихватится с одной стороны. Не спешим его сразу же переворачивать. Он должен хоть чуть-чуть прихватиться. То есть вот наша задача — образовать корочку. Вообще люля-кебаб жарится недолго. Его не надо выжаривать, высушивать долго. Ну, достаточно буквально там 7 минут вот на таких углях, чтобы он хорошо прожарился. Переворачиваем на другую сторону. Видите, он немножко подрумянился с этой стороны уже. И жарим с другой стороны. Можно немножко к большему жару передвинуть. Я специально так распределил угли с краю мангала. Самый большой жар. И дальше все меньше и меньше, чтобы можно было регулировать. Почему не надо сразу же на только готовые угли ставить люля-кебаб? Потому что в нем много жира, этот жир начинает капать и воспламеняется. И если у вас будут свежие, очень горячие угли, то просто вы получите костер из люля-кебаба, то есть будет капать жир, будет сразу же возгораться, и, соответственно, ну, все будет гореть. Начинает уже плавиться жир. Рано еще переворачивать. Не подрумянился он с другой стороны. Таким вот образом чуть-чуть начал подрумяниваться, сразу же переворачиваем. Маловато жара, можно немножко подгрести сюда угольку. Отлично, отлично подрумянивается люля-кебаб. Вот я засек время, мы жарим уже 2 минуты. Еще минут 5, может даже 4, и все будет готово. Прошло 6 минут, люля-кебаб практически готов. Вот еще минутку его подержу. Как видите, друзья, нету даже никаких поползновений у него, чтобы упасть, слезть с шашлыка, с шампура или
ну, какие-то еще предосудительные действия в мою сторону совершить. Так вот, ну, в люля-кебабе, там, где использован бараний жир, там все просто. Даже если вы не будете так тщательно вымешивать тесто, а просто перекрутите его через мясорубку, все равно жир настолько клейкий, что он будет его держать. А вот люля-кебабе из свинины, и, вернее, со свиным салом, тут все немножко сложнее. И решающую роль в том, что этот люля-кебаб никуда не падает и его практически, как видите, не рвет, играет то, что мы хорошо вымесили мясной фарш. Это вот, ну, основа успеха. Если вы будете так делать, у вас, в принципе, люля-кебаб получится даже, ну, из курицы, из любого мяса. На самом деле, надо будет, кстати, надо было из курицы сделать еще. Для сравнения чего-то я не подумал, вот только сейчас подумал, что вкусный куриный люля-кебаб, и мне тоже хотелось бы его сделать. С бараньим жиром уже готов, ну, практически готов. Ну и, собственно говоря, этот практически готов. Еще минутку, уже 8 минут он жарится. Еще минутку подержу. Не хочется, чтобы был сухой. Ну, в то же время сырой фарш тоже кушать не хочется. Отлично обжариваются наши люля-кебабы. Немножко все-таки я угли передержал. Надо было немножко раньше ставить. Очень уж они остыли. Но, как я говорил, что очень горячие угли тоже плохо, потому что будет гореть огонь. Так или иначе, и жир, и свиной, и бараний, он вытапливается. И если угли раскаленные, то будет катастрофа. Я все это просто проходил уже, друзья, и делюсь с вами опытом. Очень часто мы снимаем видео, когда... Ну, просто экспериментируем с чем-то. Но люля-кебаб одно из моих любимых блюд. Делаем мы его часто, делаем очень много. Вот, и поэтому, когда начинали только делать, ну, первое, что посмотрели канал Сталика, я купил топорик, поверил, что люля-кебаб надо только рубить. Короче, рубил этим топориком. Он собака взял весь и свалился с шампуров. В общем, вот такой вот секрет. Ну, как бы это не секрет, это далеко не секрет. Это знают все, кто умеет готовить люля-кебаб и готовит его хорошо. Что основа – это хорошенько вымесить фарш. Но никто почему-то этим не делится. Все, мясо полностью готово. Снимаем его. Чинг. Сейчас небольшая фотосессия и будем дегустировать. Вот такая вот красотуленька у нас получилась. Смотрите, какой кайф. Ну что, друзья, пойдемте дегустировать. Ну что, друзья, попробуем, что у нас получилось. Начну с люля-кебаба со свиным фаршем. Люблю я с лучком это дело. Ну что, на запах люля-кебаб. Великолепное мясо. Просто потрясающее. Немножко не досолила Лариса. Посолим лучок. Вот. Ну, что вам сказать? Отличный, правильный люля-кебаб. Он не пережаренный, то есть он с корочкой, внутри фарш не сырой, то есть совершенно полностью прожаренный. Значит, единственное, что, как бы единственный нюанс, у люля-кебаба со свиным салом он немножко суховат. И нету того характерного вкуса баранинки, который я люблю.
который дает курдюк. Ну, как видите, котлетка совершенно плотная. У нее даже поползновений никаких не было ни развалиться, ни свалиться с шампура. И главное, она невероятно вкусная. Ну, я объедаться не буду, потому что нас ждет ужин. Попробую с бараньим курдюком. Ай-яй-яй, надо весь снимать. Развалил я его немножко. Но ничего. То же самое, внутри полностью прожаренный, полностью, то есть вообще ни намека нету. Ну, и, конечно, курдюк дает совершенно другой вкус. Совершенно другой. То есть вот это настоящий ля-кебаб. Мы неделю как приехали с Кавказа. Или ля-кебаб из говядины или из телятины с курдючным жиром. Он сочный. Он значительно более сочный, чем со свиным жиром. Ну и по вкусу он совершенно другой. Настоящий правильный ля-кебаб. Что тут говорить? Даем этот кусочек. Ну что ж, друзья, задумывая этот ролик, я ставил себе задачу максимально раскрыть секреты приготовления ля-кебаба, которые я не видел ни на других YouTube-каналах, ни просто в рецептах. Итак, секрета два. Первый секрет – это курдючный жир. Но если курдючного жира у вас нету, не беда. Опирайтесь на второй секрет. Хорошо вымешивайте фарш. Никогда у вас ля-кебаб не свалится. По поводу специй, достаточно специфически. Очень много специй можно добавлять в ля-кебаб. Мы добавляем по минимуму, чтобы оставался вкус мяса. На самом деле их можно добавить огромное количество. То есть, ну, можно добавлять и зиру молотую, и разные перцы. Ну, любую зелень можно добавлять в него. Ну и как бы вот мы две луковицы взяли на килограмм мяса. Я бы все-таки вот сейчас вот еще бы луковичку. То есть три луковицы было бы значительно лучше. Ну, как я говорил, 2-3. Лариса очень не хотела резать и плакать много, потому что резать его надо мелко. Ну, в общем, получилось все супер, друзья. Надеюсь, что у вас тоже ля-кебаб получится. Хочу выпить за ваше здоровье рюмочку чачи грузинской, которую я привез из Тбилиси. Ваше здоровье. Пожелать вам успехов в приготовлении люля-кебаба. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новое видео. Всего доброго, пока!